Дума городского округа собралась на свое 39-е заседание, чтобы решить 8 вопросов, обозначенных в повестке. За время своей деятельности подготовлено и рассмотрено более 300 нормотворческих актов, документов, регламентирующих деятельность различных структур. Надзор за принятием решений в постоянном режиме осуществляет прокурор городского округа, который в ответ на несоответствие принятого решения букве закона вправе заявить протест. Так на этот раз Дума внесла по предложению прокуратуры изменения в порядок и условия подачи документов на предоставление в собственность граждан однократно и бесплатно земельных участков, упростив его. Думцы внесли изменения в положение о видах поощрений муниципальных служащих, утвердив им по выходу на пенсию поощрение в размере 6 окладов. В случае продолжения работы муниципальный служащий лишается этого поощрения. На заседании были внесены изменения в бюджет. Депутаты заслушали 2 доклада о состоянии и результатах деятельности системы образования и сообщения Счетной палаты по итогам проверок в течение года. Принятие документа было заблокировано депутатами от партии ЛДПР по причине отсутствия информации о принятых в организации мерах по результатам проверок.